Сегодня у нас 8 июля 2018 года. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я в моем мейлинге. Вот сейчас завтракаю. Загружаю на мою страницу Фейсбука видео. Вот. А так рассказываю. В общем, так у меня Life Journal мой был в режиме такой, что я все писала. Вот. Теперь я это снимаю на видео. На видео снимаю. Потому что надоело уже там каждую вот это вот подписывать. Надоело мне подписывать там каждое видео, каждую фотографию. В общем, решила я как-то так. В режиме сказал. В режиме вот так вот сказал. В общем, что, встал я недавно, вот приготовила, встала, приняла душ. На четвертом этаже моего эллинга. Что там? Потом вот сюда спустилась, на второй этаж. Приготовила себе завтрак. Вот завтракаем. Дела. А так вчера допоздна загружала все видео на мою страницу, все загружаю. Ушел на компьютер, потом на флешке. Так что я в моем мейлинге Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, Эллинг 24. Так что там, смотрите, я огромное количество загрузила моих видео. Я на этих видео, на фотографиях, вот, мое свидетельство о рождении, свидетельство о перемене имени, вот, моя фотография. Вот, смотрите, ниже. Листайте, это мои видео, я на видео, мои фотографии разных лет. Как говорится, все это, может быть, и надо было подписать. Но что вы меня, наверное, узнали, как бы, вот смотрите, все мои фотографии. То есть меня можно на фотографиях узнать. Вот, там, ремонт эллинга, там, вот, то есть листайте, это все мои фотографии. Там, я загружаю разных лет, там, американские, там, 4-й год, 3-й год. Это я на фотографиях. Там вчера полночи, сегодня прям, ну, с утра и сейчас там слышатся голоса справа. Водичку они там льют, наверное, моют. Моют дорогу. Судя по всему, 22-го эллинга. Ну, вы понимаете. Мальчик там гуляет. Судя по доносящимся звукам. Потому что я заколебалась на них смотреть. Они мне уже, вот, вы знаете, вот, я даже не знаю. Я про них написал, что они там что-то выходят, паркуются, припарковываются. В общем, даже не знаю. Это к чему? Что я встала, что здесь происходит? Уже просто, уже я тебя так уже слышу, думаю,
это уже там тысячи первый раз писать, что они там, как говорится, так вот шторки занавешены и все. Как говорится, напишите лучше что-нибудь хорошее. Какие вот дела. Сейчас посмотрю, загрузилось мое видео. О, нет, еще грузится. Еще грузится.